Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в Sid Meier's Civilization 6. Напомню, я играю за Россию. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии и начать просмотр именно с нее. Ну а всем остальным приятного просмотра. There are very honest people who do not... There are very honest people who do not think that they have had a bargain unless they have cheated a merchant. Так я просто не пойму, Конго, что я тебе могу дать такого, чтоб ты... Сразу укреплю религию до конца. Пока не знаю. Классно. Договаривайтесь, хорошо. Ну, я посмотрел на его люксы. Ничего там интересного нет. Возьми у него Афины, чё. Ничего такого нет. Да, вот Афины можно взять. Few inventions have been so simple as... Сандра, как тебе предложение? Я пока ничего сказал. У нас тут какой-то очень чёмный. Ч
Чего еще раз? Как-то непонятно мне пока, что тут, чем это все закончится. Я пока, наверное, смотрю. То есть вот ты предлагаешь, да, все-таки? Я не предлагаю, я просто говорю, я посмотрю сейчас, потому что у тебя веселые соседи. У меня нет соседей, кроме тебя. Как-то нет. Нет. А кенгуру? Ой, кенгуру через море. Кенгуру уже все. Мы отбились от кенгуру здесь, на этой территории. Давай дружить тогда. Чё, Сандра? Ведь как раз таки эта информация тебя отпугнет. Какая? Что у меня соседей нету. Ишь, какой ты. Какой? У тебя там соседи справа есть. Где? Ну там говорят какие-то шапки. Ты кого-то там подселил. Кто подселил какие шапки? Here the dark brown amorphous bug. О чем ты? Там была такая фраза кинута. Для затравки было. Так, ну, что интересно происходит? Я думаю, все-таки надо что-то сделать. Как думаете, чем это все закончится? Концом игры? Закончится чем? Это хорошая фраза. Да, но имеет, если он найдет уран. Если он доживет до урана. Если он доживет до урана, да. Про это самое главное забыл, да. Если, как его там, кенгуру, да, найдет силы предложить что-нибудь достойное. Так он же спросил, что тебе нужно. Я ему сказал, что не знаю. Пусть он предлагает, я ж не вижу его города. Что там, из чего состоит. Вот он поставил город Покемон. Это, я так полагаю, что в нагрузку пойдет к какому-нибудь более существенному городу, да? Мне сейчас чувствуется, что Конго сейчас договорится, без дать его карче. Я тоже что-то вот. Ты просто заставляешь меня построить армию своими разговорами. Вот и все. Ничего не хочу сказать, но, видимо, да. Ну да, я что-то как-то. У меня уже время подходит, поэтому я в любом случае. А, вот она, тактика. А, ну я понял. Семёныч. Понятно. Судя по всему, партия не закончится через 2 часа. Если Китай с американцем активизируется, для тебя она точно закончится.
пока ты меня будешь мстить. Ну, да. Так, ну... Объяснять, по-моему, тут особо нечего. Сейчас пытаюсь преслов захватить, сижу, развиваюсь. Хотелось бы лавры построить, но мне нехватка пока с населением. Хотя у меня и так... Разведал эти горы, понял, про что ты говорил. But life at sea is best. Being a mercenary, though, we just go wherever there's a mixture of money and trouble. Ну такое, да, что-то просто проходик бы хотя бы какой-то был бы там. Да, потому что, блин, я вот этот вот Аргос вел, не знаю, ходов 20, наверное. Ну, 20 я это, конечно, загнул, но немало, в общем, вел. Какая-то жесть с варварами происходит около Конга и американцев. Да, я вообще не понял прикола. Они как-то появились, и сразу их стало много. Ты близко к ним, потому что Новый Орлеан в одной клетке. И там, естественно, кони побежали в свою сторону. Нет, я понимаю, просто откуда их заспавнилось столько... Лагерь вон, Балтимора, справа от Балтимора. Да, вижу, просто они только появились, и сразу их стало до хрена. Ну, не знаю, так потому что сразу до хрена появляется. Сразу развед увидел твои города и все. А вон еще Сент-Луис тоже лагерь у тебя. С этим мы сейчас разберемся. Так, ну француз, я несу к тебе религию, да? Для Конга все просто. У него шанс на длинную игру был бы, только если бы он забрал Китай. Китай, да, неси, конечно, без проблем. Ты, в принципе, забирал Китай. Я просто... Ну, я забирал, да. Меня... Вер был оголен. Сверху чем... пришел. Чем Арчи, Арчи воспользовался. Не, ну это логично, что он туда пришел. А куда ему действительно девать всадников? Тем более, там, блин, такая территория плоская, плоскодонка. Согласен. Сандр, решайся. Ну, ты ж видишь, я не собираюсь ничего пока никуда встревать. С одной стороны, да, но это как бы из-за этого не могу понять, как, куда мне идти. А вот ты балансируй, ёпт. А ты издеваешься, как можно? Нет. Ну как, ну... Так вот. Я вообще не знаю, что тут, чем это все закончится, пока я...
Не, ну что-то назревает непонятное. То, что слева. В левой части карты там что-то кто-то что-то планирует. А в правой части никто ничего не планирует. Ничего не планирует, да. То есть... Там вообще без плана. Да. Ну да. Хаос и разброд. И шатание. Ну а что, у меня вот с китайцем мир с русским, мир... Серьезно? Там мы сидим, домики строим. Домики недолго будут строиться, судя по тому, что я вижу. History is the version of past events that people have discussed. Ясно, понятно. Просто ты как бы понимаешь, что если мы начнем, то мы уже боремся. Быстро. На этот раз не сдамся. Понимаю. Вот, в результате вот эти вот... Не факт. Друзья справа, которые домики строят. А там, кстати, вот там вот этот дубинщик стоит, там пройти вообще можно? Под Цинциннати. Да? Ты меня туда можно? Пропустишь? Пропущу? На следующем ходу. А, о, спасибо. Француз, я увидел француза. Американец, можешь убрать коляску, пожалуйста? А зачем? Ну, чтобы я прошел. Куда? Да ладно, где ты кампус строишь? Один покетмон, а второй, который к нему сосед. А зачем тебе туда? Нафиг туда идти вообще? Ну, там хорошая клетка просто. Заплати мне деньги и пройди. Сколько ты хочешь? 50 монет нормально? Нормально. Договорились. У меня есть лучшая клетка на 5. Не, француз, не прельщает. А там тоже на 5. А, там тоже на 5. Я просто видел 4. Тут у нас с французом одни и те же ресурсы роскоши. Америка, сделка. Что-то я не понял. Так, а где Австралия-то живет?
Ну, я так выше Конга, выше Конга. Конга и выше меня. То есть получается такая как бы... Такой огромнейший залив, да, вот между мной... Типа залив и потом... Короче, он в таких, между двумя... Между двух... А где же там еще одна надпись? Же там еще и дед, да? Не, ну там достаточно широкая территория. Если, вот смотри, если от меня провести ровно наверх, да, если там... Ну, ну вот Олимпия, я вижу. Ну, да. От Олимпии наверх, да? Вот туда надо шлепать? Да. Ну, я так понимаю, от всех моих городов наверх надо шлепать. Так, получается, вот у россиянина, у француза до хрена было место. У нас с тобой до хрена было место. Ну, у меня... Ну, если бы нас чуть левее пихнул, налево на мной расстелился. Ну, у тебя место просто до жопы просто. А у тебя типа нет, да? У меня там нет. Маскат, вот там дальше. Не, ну если туда селиться, да, но это совсем не близко ко мне уже получается. Не так близко, а у как меня ко мне. Типа очень, да, очень близко, да, через... Ну, вот, просто вот эта гора дебильная, ее это бы вот не гора было. Гора дебильная, да, она действительно все тебе мешает. Надо было, если бы ты закинул за нее слева, вообще было бы вообще шикарно. Было бы шикарно, да. Хоть динамит изобретай, сноси ее нафиг. Понятно. Просто я почему-то думал, что Австралия слева вверх, ну, то есть там с нормальным проходом, а здесь получается не особо-то и проход нормальный. Проход есть вот над Конго в три клетки. Три клетки? Да. Шикар. Слушайте, а что вы посоветуете с российской тундрой делать? Просто шахты строить? На ней же больше нечего, да? Почему? Шахты или сопилки? Лагеря, если... Не, ну... Лагеря строй. Строй как лагеря, да, действительно. Строй лагеря. РП. Это очень по-российски, да, в принципе. В тундре строить лагеря. Какой совет, да. Сандра, я тебе еще раз предлагаю. Ну вот зачем нам сейчас дружить? Вот сейчас будет война, походу, большая Первая мировая война. Что там я так чувствую? Не Но знаю. Мы с тобой упоримся надолго, потому что, блин, через мой город ты хрен пройдешь. Я, вот я пока не я хочу. Вот не пойду. И с тобой я тоже не буду дружить. Я не буду с кем, ни с кем дружить, ребят, извините. Ну, как бы, мне кажется, это не нужное время, 70-х ход уже. Сейчас хрен его знает, кто куда выскочит и как куда кто будет на чем улетать. Там сотка науки у грека. Француз сидит, я не знаю его, будут пилить, не будут пилить. Просто, что там, 64-84. Конго распилите уже, давайте, быстрее. Ну, просто получается, Китая нет в игре, Конго нет в игре. Арчи тоже там, я смотрю, вообще что-то пока печалька. Да, Арчи? Ну, Арчи печалька, потому что Арчи авантюру предпринял. За авантюру поплатился. Да, ну это такое дело. Ну, не прошло, а могло, правильно? Могло, могло, да. Ну, так и у меня тоже авантюру. Not all who wander are lost. Ну, знал, что у меня фланг сверху. Not all who wander are lost. Ну, как? Ну, попробовал, не прокатило. Ладно, бывает. Все-таки Франция. Не Америка. Франция. Ну, правильно. А, ну, в принципе, да, у вас там тоже границы проходят. Джек, тут как просьба к тебе. Там разведчик возле Нового Орлеана. Ты его куда-нибудь задевай. Там просто варваров было много, я лечил. Ну вот уже он здоров, выглядит свежо. Пусть уходит. Хорошо, без проблем. Он не мешает просто.
Да, конечно. Уже уходит. Осталось Китаю теперь ударить во француза. А у нас дружба. Вот, отлично. Тогда русскому. А у нас тоже дружба. У них тоже дружба. Ты не, видишь, ну как... у нас скоро закончится, в принципе. Какие клуб ромашка, что ли, блин? Ну да. Слышишь, ты в наши мужские отношения не лезь. Завидно, сиди себе там молча тихонечко. Как вы относитесь к клубу? Ты к нам не лезь. Понятно. Селитры собака тоже нету. Охренеть. Ни железа, ни коней, ни селитры. Отличный старт. Зато есть джунгли и бананы. Я покидался в Китай бананами. Что-то как-то не зашло. То есть вот. Ну, Тонга, может, ты перестанешь что-то, эти попытки свои? Так уже чего, уже все. У меня уже сейчас не будет. Они сами по себе перестанутся. Уже. Грека. Я не понимаю, а как француз объявил войну, если он тут не намного сильнее меня, например? Что там случилось? Или просто там Конго? Сосед попросил. Сосед отдается, говорит, заберите меня, пожалуйста. А, вы там уже в сторон? Там стоят, грубо говоря, копейщики, а я уже иду на мушкетерах. На бегенеры? А он мушкетеры не забирает, что? Здесь как бы разница все, просто... В самих юнитах. Я вот считаю, два раза ударил мушкетером, город упал. Все. Мы находились очень близко. Так, ладно тогда. Забираешь столицу. Ты на кого, что, я не понял. Это ты на Конго напал или куда? Да, на Конго. А вот ты переживал, успеешь, не успеешь. Да все, нет, все в порядке. Я же что, кинул тебе Австралия. Помурыжил, тебе хватит. Нет, ты не хочешь? Сейчас уже время пилы называется. Сейчас уже и нечего сдружить. Как хочешь. Успел ты, главное. Вот сучок какой, а не Австралия. Австралийский... кенгуру, блин. Что случилось? Сначала юнитов поистреблял, потом сделку принял, блин. Смекалочка. Просто сейчас француза тоже могут подпилить. А могут и не подпилить.
А могут и не подпилить, да? Француз, насколько я понял, с дружбой. Что-что? Француз с дружбой, говорю. Сандра, а ты вот этим разведчиком... Спасибо. Я хожу. Я вот пытаюсь направо теперь свалить. Ну ты понял. Туда, в сторону Арчи. Ну да, я понял. Ну, тебе далеко идти в ту сторону. Ну, а кто сказал, что будет легко? Да, в принципе, никто не обещал. Ну, понял. Вот. Что это значит, в мою сторону? Ну, кто я иду, хочу посмотреть, где ты вообще, границы твои увидеть. Можно? А, я уже подумал, ты там в кавалерию идешь, блин. Так смысл? Если б я был в кавалерии, я пошел бы поближе, наверное. Креция, должок. Угу. Ах, вот кто ему помогал. Все. Ну правильно, а что мне делать? Почему бы мне не помочь Конго? Все, ладно тогда. Спасибо за игру, интересно было. Тебе спасибо. Тебе спасибо. Я так понял, что француз во всех городах построил военные лагеря, еще и в них что-то построил. Мысли. Ну, могу ливнуть, столица может. Стоит еще, но тут два хода, то есть она через два хода падает. Или подождать? Ну, два хода, в принципе, думаю, можно и подождать. Да, можно и подождать. Американец, ты хочешь потом перехватить столицу? В смысле? Рыцарями у мушкетеров это нереально, а она не на его континенте. В смысле перехватить столицу? Ты подвел рыцарей всадника. Ну потому что билдер-то мой был. А-а-а, Семен Семенович, да? Понимаешь? Американец не стоит. То не стоит. На Конго перенападать. Ты меня не слышал? То, что я говорил вот только что. Я говорю, билдер был мой. На Конго. Какой билдер? Который красный был, которым под Мбамбой. Строитель. А, которого я забрал, что ли? Ну да. Я думал, это конговский. Слушай, а Димка, ты мне союз в ответ предложил? Ну, я вот изменил предложение, которое... А, ну все нормально, да, хорошо. Просто мы как далеко друг от друга, я подумал, что он никак не нам не помешает. Так как я увижу, где находится кто. Американец. It's not the towering sails. Можно взять с собой союз и заключим. Американец сейчас сказал, что он ни с кем союз не заключает. Принципиально. А зачем? Вот зачем мне заключать союз с кем-то из вас? Чтоб вы улетали себе спокойно? Да. Спасибо. А чё, не прокатывает? Я не хочу такого. Так, всем, да. Будет как великий нехочуха. Ну да. Ну все, столь не упала, я ухожу, правильно? Да. Спасибо за игру. ГГ. Ладно, давайте. Спасибо.
есть на обмен пряности, алмазы и шоколад. Хорошо живете. И не говори, сам в шоке. Шоколад могу поменять. Могу поменять шоколад на краски. Давай. Давай. Давай я посмотрю, что у тебя есть. Сейчас на следующем ходу кину. Давай, okay. Потому что у тебя пишется, что краски одни. А шоколад, то есть, что у меня два. Краски одни у меня? Ну, в дипломатии пишется. Видимо, от вассала какого-нибудь, я не знаю. Сейчас я разберусь. People can have the Model T in any color, so long as it's black. We shall not cease from exploration. And the end... О, я всех встретил наконец-то. Меня сейчас интересует такой вопрос, русский. Мы будем с тобой воевать в ближайшее время или нет? Вопрос. У всех такой вопрос интересует. Ну, сосед, мы будем воевать? Мне бы не хотелось. Так, просто как бы у меня гвардейцы сейчас. Которых нужно еще построить. Которые у меня уже есть. Которых нужно построить. Ну да. Ох уж эти угрозы. Нет, ну я в них вышел. Ну и что, они строятся, по-моему, до хрена там ходу. Даже несмотря на наличие там казармы. Они строятся три хода. А вот это уже аргумент. Вот, поэтому я предлагаю заключить союз. Просто у нас дружба спала. А что по этому поводу думают Китай и Америка? Я категорически против таких союзов, потому что китайцы заберут сразу и будете потом думать, что делать дальше. Когда вы не сможете даже напасть на человека, который будет кого-то забирать. А ты, француз, планируешь кого-то забирать обязательно? Ты не хочешь просто сидеть? Я вполне неплохо сижу. Ну, я не буду на тебя нападать. Сейчас, грубо говоря, добью Конга и все. Ну, окей. Давай сидеть, только я... Потом, я спокойно, что на меня может, так сказать, американец взять сейчас, напасть. Меня больше волнует в Австралии. Американец напасть на тебя? Да. Где? Где? Ты горы где видел?
Every man should make his son learn some useful trade or profession, so that in these days of changing fortunes, they may have some. Кстати, а вы обратили внимание, что у грека военная мощь 800? Давно. Я обратил. Все следят за военной мощью, начиная хода с 10-го. Нет, я просто следил за ближайшими соседями. Просто только недавно он стал... близким. Я тебе могу сказать честно, намного больше, чем моя сила 800, меня смущает количество гребаных городов у австралийца. А у американца количество городов? Нет, не смущает, их меньше. А у всех ход от ИС. У австралийца городов на 5 больше, чем у американцев. Слышно? Слышно. Да, слышно. У меня по ходу игра зависла, я не могу ходить. Ну, ожидание игроков. Китайцы. Непосредственно Димка, у которого до хрена науки. Ну, мы с тобой вдвоем ему ничего сделать не можем, правда ведь? Есть еще Арчи, у которого просто туча городов, который может просто по науке прыгнуть, когда построят кампус, допустим, во всех городах, и все. Ну, я согласен. Так я не хочу с тобой воевать, но я не хочу при этом, чтобы ты тоже на кого-то напал. Логично? Мне просто городов сейчас... Вот, у меня 8 городов всего будет. Ну, у меня столько же. Нет, у меня даже 7 вообще. У меня сейчас тоже 7, сейчас я 8 захвачу и 9 сожгу.
все тут? Да, запускай. Просто она встает, ничего такого не даст. Ну ты просто можешь пообещать не нападать на китайца? Или не можешь? Просто китаец сейчас, он... Можешь сам посмотреть, он находится на последнем месте по науке. Там по культуре он не очень идет. Ты, в общем, ты просишь от меня, чтобы я тебе позволил забрать китайца, я правильно понимаю? Давай назовем все своими именами. Именно это. Просто на меня также может в дальнейшем напасть Арчи. И тогда я уже... Ничего ему не сделаю просто. А ты сможешь спокойно не строить армию, сидеть, строить домики. Вообще не заморачиваться. Ну, сколько у меня есть времени подумать? Давай пару ходов. Ну, давай. Просто сейчас, вот, так сказать, если мы с тобой воевать будем, это вообще ни к чему не приведет. У тебя казаки, у меня гвардейцы. Ну, я-то в более выгодных, по-моему, условиях. У меня и казаки сильнее, и бонус мой. Почему казаки не намного сильнее? Бонус сильнее рядом с границами. Гвардейцы получают плюс 10. Ну я подумаю, я хорошо. Я как бы, понимаешь, я не хочу с тобой воевать. У меня тут только вопрос, имеет ли смысл впрягаться за китайца или нет. Сам по себе ничего не сделает. Он же, так сказать, не игрок. Китаец, ты будешь как-то там парировать и что-то говорить? Дали китаец вообще со счетов. По науке он очень сильно отстал. Ну тут жестко, конечно. То есть, если он от Марселя разбежится, он до моря добежит и не заметит Китай, наверное. Ну да, я считаю, у меня гвардейцы с бонусом 75 атаки против его мечников. Сандра, а что там с Кумаси происходит? Север бунтует. Он уже меня запарил. Я бы сказал, как. Не скажу. Ты убиваешь лагерь, появляется новый. Ты идешь, убиваешь новый лагерь, появляется еще один. Как-то так. Кхм.
какая нам там теха позволяет на холмах не рядом с пресной водой фермы ставить? Че, наверное, не теха, а социальный институт. Никто не помнит. Долезем случайно. На холмах фермы? Да. Строительная инженерия. Точно. The pen might not be mightier than the sword, but maybe the printing press is heavier than the siege. A diplomat is a man who always remembers a woman's birthday, but never remembers her. Сандра, слышишь? Да. Тут тебе бесплатную информацию могу дать. Тут твой сосед вложился в море, города мне палят. У этого соседа пушки. Так что если ты там боишься его цифр, это большая часть это на воде. Большая часть это аж 3 фрегата. Спасибо. Так как я в союзе с Грецией и вижу всю полностью его армию, то могу тебе сказать, что большая его часть как раз на суше. Ну, значит, я ошибся. Не, ну у меня как бы и там, и там, но просто на суше мне достаточно юнита апнуть. Спасибо всем небезразличным. Союзнички. Я просто считаю, что у тебя слишком много городов. Да, я тоже так думал. Уже не слишком много. Да ладно, всего 3 снес. Один координатор войны. Ну так что, русский? Вообще-то уже хода 3 как. Понятно. Так еще только один ход прошел. Ну, в принципе, я согласен, да, что тут. Что там, Франция с русским в союзе? Прощай, Китай. До свидания, Китай, да. Ты там где-нибудь в хороших юнитах вообще есть или нет? Где ты там? Ты где-то в мушкетерах, да, только? Вот, Китай в возрождении. Написано в новостях, промелькнуло, что цивилизация Китай переходит к возрождению. Ресурсов-то нету все равно. А ты спроси, у кого есть, тебе, я думаю, неравнодушные люди помогут. Есть у нас тут один, как минимум, человек, который может помочь. Да, я думаю. На пару ходов только оттянет. Меня?
А чё все отказываются от этого ученого? Ну, у меня чуда нормального рядом нету. Вот, правильно Конг осуждает Австралию. Все правильно. I saw a bank that said 24-hour... Listen, strange women lying in... Русский. Я там тебе в ответ кину. Без проблем. На этом пока все, играйте в умные игры, а продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все, играйте в умные игры.